Около 2000 работников культуры и искусства отметили свой профессиональный праздник. Торжественное мероприятие по случаю Дня работников культуры и искусства прошло в областной филармонии имени Жантурина. Праздничное мероприятие стало продолжением Дней культуры Астаны в Атырау и собрало полный зал зрителей. В ходе вечера 8 работников были награждены нагрудным знаком «Заслуженный работник культуры» от Министерства культуры и спорта Казахстана. Благодарственными письмами акима Атырауской области за вклад в развитие культуры региона получили 10 человек. 3 человека получили благодарственные письма от областного маслихата. Между тем, перед гостями вечера выступили творческие коллективы как Атырауской области, так и приезжие артисты из столицы. Глава региона Нурлан Ногаев высоко оценил труд работников культуры и искусства. Вы вносите большой вклад в воспитание нашего общества, подрастающего поколения. Благодаря вам реализуется программная статья главы государства Болошака Бахдар «Рухани Жангару». Своей работой изо дня в день, из года в год вы прививаете детям и молодежи любовь к родной музыке, языку, творчеству и песням. Благодаря вам сохраняются культурные ценности казахского народа, которые мы должны сохранить и передать десяткам поколений вперед.